Всем привет, с вами я, Алекс. Сегодня у нас демочка в напах с Вафли Гейм. Поздоровайся. Всем здорово. Вряд ли она выйдет. А нет, хорош. Ребят, если вы смотрите это видео, поставьте лайкосик и подпишитесь на этот канал. Мне будет очень приятно. Он так хп у меня, это не очень хорошо. Я не знаю, где он. А я знаю, где он. Я не... Забей. На меня просто забей. Просто на меня забей. Я просто прыгаю. Я вообще ничего не могу. Хорош! Ты двоих вынес. Я вообще не справился. У меня АИМ просто отключился. У меня АИМ произвел отключение. Я еле-еле, у меня зарядка игра. Я еще, зарядку на левую поставил в сторону. Я перевернул. Это вообще очень неудобно. Давай я с Айком на втором раунде. А, понятно. Я в флешинге под фул, ничего не вижу. Ай, ну-ка, да. А, вот то есть на мид пошел, да? Да, с калашом. Лютый ноускоп, да? Да. Пипец, что? А что я сделал, пацаны? Что я сделал-то? Не, наверное, я все-таки для зарядки буду. Хоть у меня 18% поиск на катку хватит. Что-то вообще не идет так. Сейчас я сыграю так же, я просто ему туда флеш кину и все. Ну ты так же сыграл, да? Ну я так же по идее сыграл. Там просто... Не, я его по идее убил, там просто ники поменялись местами. Как бы я должен был убить. Какая-то такая прям жуткая. Да, без рофа. А, у меня там... Ага. Ага. Да, все топай, как слон. Да, буду. Хорош. Мастер говна! Мастер говна меня убивает. Ребята, влепите лайкосиков, давайте 10 лайков, и будет еще одна демочка. Как вы видите, у меня сегодня бабочка, потому что я очень много раз поменял нож, поэтому пишите догадки в комментариях, какой у меня будет нож в следующей демочке. Сейчас я скину пачку. Пачку подними. Что с тобой произошло? Это локал. Зачем? Ну, хотелось. А где калаш твой? С чем ты шел? Я с по 90 шел, он внизу. Где внизу? Где тут одна пачка валялась? Пески. В песках. Мой дроп. Хорош. В песках по 90 мой. В смысле здесь? Да. Где? Ну вот справа, спереди. Странно, где мое оружие? Вон он там валялся. А как я могу там валяться, если... Да ты вообще... А как у тебя пачка вообще в другом месте заглянула? Я просто пошел и... Я не знаю, споткнулся походу об угол и как-то умер. Иди туда. Ты уверен, что это хорошая идея? Ну ты не пуш, главное. Играй и... Ну это как пойдет, потому что на мне сейчас двое. Я в спину иду, давай. Осинь. Отвлекай. Там флешки, гранаты, все дела. Забей, там не двое. А инфу можешь дать? Спасибо. Давай, убей. Да нет, я не буду убивать. Что это просто? Убил. Где он? Не меняется. Все то же самое. Я затащила. Давайте, камбэк. Без камбэка нет цветы. Мы святые, да? Наверное. То есть ты не знаешь, святой ты или нет? Класс. Тиммейт оправдывает не. Ну, понятное дело.
Вот вернуться надо было, господи. Надо было или ничего? А это, скорее всего, не смеда вообще с собой. Ты только это пишешь. Потом без меня напишешь демочку. Че? Потом без меня демку запишу. Угу. Это вставлять не надо. Почему? Потому что... Да. Я говорю, снежники вообще... Это просто отдельный вид... Кринжа. Послушай. Куда ты мне бросил? Кто мне бросил ХАЕ, вампы, у меня осталось 45 хп? Я кинул тебе ХАЕ, оно тебя же, да, нанесло тебе. В смысле, как у меня туда осталось 45 хп? Тебе чего закинул, логично? Пончел, давай, пушим вдвоем, давай! Мы вдвоем его убьем. Мне лень, понимаешь? Да. Я один тащил, что ли? Да, я говорю, я стою здесь, это вообще просто не моя стихия. То есть ты не про союз? Ну да. Смотри, они еще в одной комнате играют. У них 121 пинг у обоих. Командный бой, как бы там, гонг вооружений. Салевы там, да? Да, мне вот это, не, это Салева там процентов 5 моего аима. Но это, в принципе, ну только на лаке, если вывезешь, да? Да, хотя я даже не знаю, что это значит. Лаки на везение. Я ничего не вижу. Вот так вот. Просто мимо меня чел проходит. Ну, союзники вот типичные для меня. Что... В союзниках мы хотя бы прилагаем, мы рапаем. Это на мувик, если что, пацаны. Если вы увидите это в шорсы, то поставьте лайкосик и подпишитесь. Я не на тап, короче, раздаю с этого, с фиспецкого. Я его натренил, потому что тренил. Да забери, у тебя, на КТ. Я не заберу, у меня чел просто дровожок. Хорош, инфа у тебя есть по второму. У тебя? Да. Но я не могу забрать, на дровожок у меня пушит, а я не могу попасть на 16. А, то есть не подходи, просто убить, держи 19. У батьку поставил! Как? Что, обновлял, что ли? Не знаю. Ну, походу, обновлял. Чего? Это просто африканский. Чего? Новый вид паркура я нашел. Я открыл новый вид паркура. Стендов 2. Как я допрыгнул до туда? За африканским. Ребят, влепите лайкосик. За тысячу контент? Да. Ой-ой-ой! Меня просто чел запушил с дробой со спаса. Паша? Да, со спаса. Он Пашку пошел ставить. Ничего страшного. Давай, тащи. Ну, Пашку ставить же уже. Давай, хорош! Это лайки было или это ты умеешь стрелять? Или что? Это что было? Поясняй. Я просто... Ты уже, у тебя прицел уже стоял, да? Ты просто стрельнул, да? Да. Я вообще там муха летела, я хотел в нее попасть. Услышал. То есть это чистая случайность. Да не могу я попасть! 14 хп! У меня все. Один у тебя. Ой-ой-ой. Второго давай. Нет. 40 обязан забрать. Давай. Не, не хочу. Да он там. Стреляй префом. Префом стреляй. Слева, ну он на КТ спавне. На КТ спавне. В кишке. На бленту. Давай. Хорош! Все, ребят, короче, с вас лайкосик, подписочка и комментарий, сколько у вас часов наиграно в стендоффе. Пишите комменты, все прочитаю, пролайкаю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайкосик, подписывайтесь. Всем пока и обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, который сейчас у вас на экране. Всем пока.